Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Итак, мы разобрали 7 секретов успешного и счастливого человека. Какие это были секреты? Секрет свободы, секрет реальности, секрет красоты, секрет дружбы, секрет любви. Сейчас мы дошли до секрета богатства. Действительно, богатство. Есть определенные секреты или правила, как стать богатым. Но это, конечно, понятно, не относительно богатый, да. То есть, если вы, например, нормально живете, вот скажем я, да, я не богатый человек, я могу вам откровенно сказать. Но если у меня есть крыша над головой, если у меня есть костюм вот это, да, если у меня есть что попить, что поесть, ну вот самое необходимое для жизни, да, ну мне вот, вот так вот хватает всего. Да? Мне не нужны там богатства такие огромные. Ну вот. Самое вот необходимое для жизни. Да? Вот я всегда у Бога просил, говорю, мне нужно ровно столько, вот чтобы я был, во-первых, свободным человеком, да? Чтобы я мог планировать свой день, чтобы я мог иметь хорошее окружение, чтобы я мог любить и быть любимым, ну и чтобы все было в достатке. Но вот ровно столько, сколько мне для жизни нужно. То есть мне не нужен там шкаф, где там висит, например, там 20 пальто, там 30 курток, там 10 пар обуви. Нет. Ну вот 2-3 пары хороших, качественных там ботинок, там 2-3 куртки хороших, там, ну, действительно качественных вещей, там костюмы, галстуки, да, то есть это чтобы было, ну, там, скажем, 2-3-4 экземпляра, да, ну, такое, чтобы солидное, хорошее, качественное было. Все. Мне не нужны там вертолеты, самолеты, яхты и все прочее. Потому что это все только отягощает. Да? Итак, секреты богатства. То есть вы поняли, о каком богатстве? Я говорю, богатство души, тела, разума. То есть об этом поговорим. Ну и физическое имеется в виду, что быть довольным тем, что у тебя есть крыша над головой, что у тебя есть вот спокойные, хорошие обстановки живешь, да? Никто на улице не стреляет, никого не убивает, да, тут никто с голода не умирает, никто не выходишь на улицу, никто не попрошайничает перед каждым подъездом, да. Вот такое богатство, это когда более-менее, ну вот как в Германии сейчас более-менее нормальная, хорошая такая жизнь. Хотя проблем тоже хватает, сами вы прекрасно знаете. Значит, секрет богатства заключается в том, что научитесь сначала давать, а потом получать. Вот это секрет очень простой, да. Многие строят свое богатство на воровстве. Вот. Они что-то хапают, воруют, да, есть страны, где коррупция, там никакого давания, да, там даже речи не может быть. А вот, например, все-таки, если посмотрите западные вот страны, да, у нас в Германии где-то 3 миллиона человек, у них такие маленькие свои такие дела какое-то, производство, да. Я имею в виду, что ну, это как в идеальном таком варианте. И вот каждый вот такой фамилиен бетрип, то есть семейная такая фирмочка, да, или там крестьяне там, у них, например, есть какое-то производство, скажем, кто-то выращивает там, не знаю, свиней, да, мясо они продают, людям дают там хорошие предложения, цены там недорогие, качество хорошее, там у них мицкирая, например, как это там, мясная, да, там приходит человек, ему там отрезали, там там человек что-то покупил, да, вам говорит, а может быть вам еще вот это вот как подарочек, там, то есть 5-10, то есть эти люди, видите, они дают, а мы потом клиенты, да, мы видим такое обращение с нами, да, что ты туда пошел, тебе там раз, так, улыбается тебе, то предложили, это предложили, и ты потом начинаешь, как говорится, тоже в благодарности уже говоришь, смотри, вон тот, например, да, у него там яблоки очень вкусные, и цена хорошая, и качественная, все, или там пойдешь в какой-то магазин, например, не знаю, там, обувной, одежды, там, очки, там, ну, все на свете, да. То есть, если вас прекрасно, классно обслуживают в этом магазине, да, то вы хотите там постоянно покупать что-то, и вы рекомендуете даже дальше. И вот тот владелец этого магазина или какого-то дела своего, он постоянно получает новых и новых, новых клиентов. Почему? Потому что он дает всем, а люди потом начинают ему назад это все возвращаться в качестве денег, внимания, почета, уважения и так далее и тому подобное. Так что в идеальном случае так, что вы начинаете заниматься каким-то делом, да, и сначала вы инвестируете в это дело вашу силу, эмоции, нервы, там, веру, деньги, там, ну и все остальное. Да, вы как бы с душой, да, туда вот в это дело входите. Да, вот я, например, меловойкой начал заниматься там 20 лет тому назад, в Германию приехал, да. И вот меня так как-то все это зацепило, эта тема здоровья, да, то есть я сначала как бы сначала продавал, но особо так
сам своим здоровьем не занимался, да, вы знаете, там по роликам, что я запустил как бы свое здоровье очень сильно. Ну, тема здоровья меня все больше и больше интересовала. Вот последние 7 лет это прям, ну, вообще, как говорится, для меня сейчас здоровье, да, вот духовное, физическое, психическое, ну, на первом месте в жизни стоит. Это самое главное, вот, самому восстановиться и помочь другим людям, да. То есть, вот это такая моя миссия. Вот, и в этом отношении Миологика, например, отличнейший продукт, которых я людям давал на пробу. Тысячи людей из вас, да, сначала попробовали. А потом уже начали, как говорится, заказывать и дальше рекомендовать другим людям. Итак, секрет богатства или просто успеха, можно сказать, или благополучия в этой жизни, чтобы ты более-менее нормально так жил, такой уровень у тебя был, как бы тебе хватало на пропитание, крыши над головой, да, чтобы вот такой обыкновенный средний класс, да, как обычно любят говорить, да, то есть, ну ничего лишнего, абсолютно, да, то есть, такого богатства огромного, как там некоторые имеют, это у них только одни проблемы. У них сегодня есть, завтра у них все отберут. Да? Вот запомните мои слова. У них сегодня есть, завтра у них все отберут. Почему? Потому что они все это построили на обмане других людей. А если вы честно все строите, да, стараетесь вот действительно людям давать, а потом получаете, то вам можно спать спокойно. То есть старайтесь сначала давать, а потом получите. Вот это был секрет успеха или секрет такого материального достатка, скажем, нормального. Следующий, последний секрет, это секрет счастья будет. Итак, смотрите мои ролики, записывайтесь. Я с удовольствием буду вас с вами контактировать, звоните, мои телефоны и так далее, и тому подобное. Все стоит на моей страничке victorbali.de. С вами всегда приятно проводить время, если вы звоните, да. То есть я готов поделиться всем, что я приобрел за мои 52 года жизни. Так, пока-пока. До следующего ролика «Секрет счастья». Очень важный ролик.